Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Gold Show! И сегодня мы начинаем серию необычных влогов. Мы ходим по ресторанам и оцениваем детское и взрослое меню. И начнем мы с ресторана Food Embassy или Embassy. От Юли Высоцкой. Embassy от Юли Высоцкой. Ну что, погнали кушать! Так, сейчас я вспомню, что я смотрел. Посмотрели уже, да? Да, я хочу острый суфле с курицей, с горячих блюд. Я буду медальоны из говядины с грибным соусом и шиповником. Вот это, если уж такая пошла, значит, я не буду салат, я буду бургер. Бургер, да? А у вас только получается чизбургер. Хорошо, все. А можно в него перец хлопень там? Отлично. Так, попить, давай, сейчас посмотрим, что можно. Я предлагаю что-нибудь с фрешей, да? Фреши, есть лимонады домашние. Да, лимонады. Смотри, есть яблоко, киви, ройбуш, мандариновый, малиновый, имбирный, каркун, маракуйя. Может, маракуйя? Давай малиновый. Малиновый? Да, я давно не пил. Малиновая. Давайте черная нам литровый. Малиновая. А, черный хвороны есть? Ну, черный хвороны? С базиликом тоже. Базилик. Давай это возьмем, половину того, ну вот 450. Пополам, можете, да? Да, ты коктейль смотришь. Один такой, один такой. Давай, 2 по 400. Да, один тогда молочный, ой, малиновый, нам малиновый, лимонад, давай, другой, черный смородина, да. Все, можно это у меня оставить? Ребят, 14:00, мы все заказали. Заказали мы 2 лимонада, малиновый и черный смородиновый. Бургер. Бургер. Говорят, вкусный очень. Еще что-то. Я заказал медальоны и суп острый. Короче, тайная операция. Внизу сидят Настя, Саша. Оливия сидит со мной. Там они пробуют детское меню, а также вегетарианское. Какой у тебя номерочек? 76. А ты сейчас где находишься, котик? В ресторане. В ресторане? Покажи, у тебя на номерочке с другой стороны название. Вот оно. Ресторан. Вот, да? Ресторан. Убери пальчики только. Номер 76, а с другой стороны название. Да. Вот. Открой, дай Коле показать номерочек. Давай. Нет, давай ты иди. Ну вот мамин. Нет, ты будешь... Чего? Нет, давай сначала... Подожди, Коть, расскажи, что ты заказал себе на обед. Макароны. Разве? Да, где макароны? Ты же заказал кукурузу. Еще макароны. Макароны? Но я макароны не заказывала, Коть. Ты будешь со мной есть рис? Я макароны. Ну ты объешь, у тебя и борщ, и еще у тебя, да, кукуруза, еще мороженое будет, да? И макароны. Ну макароны давай дома на ужин. Здесь нет таких макарон, они здесь все с соусом. Ну, слышишь? Соус. Ну ты не будешь соусом, ты же не любишь. Хочешь, пойдем что-нибудь поиграем? Или у тети спросим, чтобы она с нами поиграла? Хочешь? Пойдем? Не будем, нет. Че, не будем? Будешь сидеть ждать? Ну, что сразу хочу сказать. Вообще, это хорошо, что сразу разрешили снимать. Да, плюс заведение вот в том, да, что нам никто не препятствовал, и вопросов насчет съемки не было. Ну, а это пока что. Да, но мы же будем выставлять рейтинг, мы будем выставлять качество подачи, скорость. И сами вкусовые ощущения. Вот насчет качества мы сразу ставим минус, потому что ценник достаточно небюджетный. Грубо говоря, я обычно сужу по Цезарю, но здесь его стратежно нет. Нет, смотрите, на самом деле, если вот здесь чизбургер стоит 690 рублей... Давай говорить так, 700. 690 – это обман потребителя. Да. С картофелем фри. Ну, может, там порция картофеля фри будет. Но мы сейчас все узнаем, да. Насколько вкусно, когда это самое. Ну, вот, например, вопрос... фарш начинаются цены, ну, у Новикова, с 250. Мне, кстати, не очень люблю, когда напитки приносят первые. Да, особенно если это пиво. И 10 минут для морса долго, мне кажется. Вот, если он самопальный. А, ну хорошо. Ты считаешь, что недолго, да? Ну, недолго. 14-10. Не, ну ты попробуй вкус-то. Да, конечно. Не, нормально. Нормально.
неплохо смотрю. Не, у меня прям огонь. Главное, не забывай, что это секретная миссия. Наша молодежь пробует детское меню. И официант открыт. Скорее всего, не знаю. Ну, не факт. Иди, пожалуйста, к маме, ладно? А, номерок тебе. Может, тебе только не потеряй. Вот, смотри. Я пробую микс. Между прочим, микс вообще огонь. Так, сейчас. Не, вот здесь имбирь есть. А маленький с имбирем вкуснее будет. Ты сделал правильно. Да, стоят они. По 400 рублей. Не, ну может, скажем, стоит своих денег. Если действительно самодел. А что у меня там в черном смородине тоже добавлено? Ты не помнишь? Я даже не смотрел. А у нас, к сожалению, внесли меню с напитками. Но что-то там тоже вкусное добавлено. Но все равно 400 рублей это очень дорого. Нет, 400. 420? Ну, все равно. 300 рублей, да. Ну, ладно, поэтому не судят. Мы сейчас попробуем основное, горячее блюдо, и сделаем вывод. Кстати, времени прошло 13 минут. Ну, горячее, по правилам хорошего тона, не более 40 минут. Да. Это наши друзья-рестораторы так говорят. Не мы его придумали. Хотя кому-то, мне кажется, раньше просто горячее. Могу сказать, что да, детишки служили очень быстро. Мы сейчас сверху наблюдаем, нас очень удачно посадили, нас чекистское место. Вот. И Саша уже уплетает во всю кукурузу. Не знаю, что Денис заказал. Маша. Ну, ваша, да. Нет, подожди, ваша Маша уплетает кукурузу, ну, а да. Саша у вас что ест? По-моему, это что-то связано с курицей. Что-то куриное. Но мы встретимся с ними и спросим у них их впечатления. Друзья, в ожидании нашей идеи мы хотели сказать еще один важный момент. В меню нету граммовки, веса, блюда, а также нет состава. Я не знаю, с чего будут моим медальоном. А вот сейчас узнаем. Ну, Оливье, выглядит очень даже солидно. Я вижу, что я вот эту вот лоханочку суп наем сразу. Ты, ну реально, смотри, его много. Ну что, я могу сказать про бургер? Может быть и хорошо, что нет граммовки, потому что... Не, ну вот бургер на самом деле маленький. Бургер маленький? Да. Ты еще котлет не попробовал. Мы посмотрим, что он, из чего он состоит. Ну вот это вот, даже как-то покажу. Огурцы. Это все. А там не только огурцы, кстати. А что? Там лук, во-первых, еще лежит. А, нет, подожди. Так, друзья, Оливье просил халапеньо. Вот халапеньо Это не огурцы. Стандарт идет, сыр и соус. Ну, лук, помидор, листья салата, сыр, соус, котлета. Сейчас скажу, скорее всего, соус и горчица, сыр и соус. Так, давай у меня посмотрим. Куриный супчик острый. Яичко. Видно? Яичко. Грибочки. Так, что у меня еще? И всякая зелень с лапшой. А, ну сама курица, конечно. Давайте попробуем. По времени очень быстро. 20 минут прошло заказа. Так что, ну, приятного аппетита. Друзья, коронный номер. Оливье ест острый перец, который был у меня завес к супу. Да, надеюсь, он острый. До конца давай. Картошечку закусить. Я не ем, потому что я боюсь потом деда потрогать острыми руками, и будет очень плохо. Жаришка, да? Нет, это вкусно. Это вкусно. Выдыхай, бульбер. Картошка фри. Кстати, она вкусная. Ну, это очень остро. Давай, дай. Ну, саму? Да. Давайте так. Я доем. Если этот ролик наберет... Сколько лайков? Ну, давай. Ну, хотя бы 500. 500 лайков. Андрей ест 3 таких. Ну, что, друзья, наберем? Вот, ну, вам и челлендж. С
со второго раза то получше. Теперь даже не трогай, то у тебя руки жгутся. У Насти какой-то красный суп, видимо, борщ, постный, без мяса и без картошки. Как без картошки? А что туда еще добавляется? А у Дениса кукуруза. Скоро спросим их мнение. В таком месте хочется ходить с весами. Ну вообще да. Огромная тарелочка, ну как-то битненько, да, на серединке. Ну, что скажешь, как тебе оформление? Сколько стоит это? Это стоит прилично. Это стоит, друзья, это стоит 1000 рублей. Тут за украшение. Ну, ты пробуй, вдруг это вкусно, и ты скажешь, да ну. Так, нож на меня правильно? Правильно, вроде мясной нож. Ну, естественно, мы начнем с мяса. Я, кстати, люблю пережарить, люблю с кровью. Сразу говорю, если с кровью. Кстати, друзья, меня не спросили уровень прожарки. Он капец с кровью. Ну, придется тебе. Двоечка. Кровь. Я люблю прожаренное мясо. Ну ладно, попробуем все равно. За 1000 рублей ты все съешь. Знаете, хоть это и medium well. Medium well же, да? Да. Может быть, поменьше. Да? Ну, короче, с кровью. Это что-то бери вкусно. А овощи печеные. Но мясо нежное, друзья. Вкусно, но все-таки не 990 рублей. Я думаю, что рублей 700 это блюдо заслуживает. Но не будет. Или еще 1-2 куска бы добавили. Да, кусочек хотя бы еще. Соус, кстати, тоже интересный. Грибной соус. Соус из белых грибов, скорее всего. Огонь. Друзья, в общем, у нас получилось в районе 3000 рублей. Еда вкусная, обслуживают быстро. Из минусов, пока мы еще миску спустились, у наших детей не спросили, не спрашивают, какой прожарки должно быть мясо. Я думаю, все-таки должны спрашивать, но на будущее. Хотя оно и вкусное было. Я не очень люблю с кровью, но оно действительно было вкусное. Нету состава блюда. И нет граммовок. Ну, пока что семерочка, да, из 10. Это такой ценник, что я бы даже шестерку поставил бы. Друзья, 6,5. Настя, ну что, как тайный агент, расскажите нам про свои впечатления. Ну, все было вкусно. Что заказывали? Так, я заказывала салат с баклажанами. Так. Сейчас помню, свекольное ризотто, еще десерт, я его забираю домой, меня больше не мешает. Все вегетарианское, да? А Денис что кушал? Денис съел кукурузу, вот сейчас мы пытаемся доесть борщ, но нам тяжело дается. И ему понравился кукуруза? Денис, тебе понравилось? Вкусно все тут. Денис, кукуруза вкусная была? А борщ? Да. А что ты еще ждешь? А, еще мороженое будет, да? Мороженое вот. Вот оно, вкусняшка. Сейчас Диня будет его есть, конечно. Борщ доешь еще чуть-чуть? Последнюю ложку. Так, ну что из плюсов-минусов? Да не знаю. Мне все понравилось. Дорого. Сейчас ну, посмотрим, было чуть мы поменьше. Еще не получили еще. А, вы еще не получили. Они даже сумму не смотрели. Я не поймал, вы меня не смотрели? Да я не складывала. Так вы на удачу, да, короче? Да. А мы еще с Оливье заметили, что нет граммовки и состава блюда. Да? Да. Оливье вроде есть. Скажем честно, 10 он мы не поставили. У нас тут есть вроде вес. У вас есть вес? Нет, нету. Ну вот так вот, внимательные вы наши. Короче, значит, граммовки нет, подтверждаете. Да. Вам было все вкусно. Вкусно. Деньги сколько стоят, вы не знаете. Сейчас узнаем. Жаришка. Наверное, 1005. Да. Или на двоих, если. Ну и как вы оцениваете ценник? Да. На определенную куглю, где, наверное, здесь все будет хорошо. Деньги есть, оттопыримся. Да, вот так, попробуй. Оценочка. Я поставила бы 8. 8. Там, может, здесь и с детьми занимаются, и, в принципе, все быстро принесли, и вкусно. Минус только ценник получается. Да? Да, Маш? Нет, состав еды. И мне мясо принесли, не прожаренное, не спросили, какой прожарки вам вы любите. Нет, это не будет мясо. Ты не будешь мясо, ты морожку кушай. Друзья, ну итог такой, 7,2. Это какой? Ну да. Это
Как тебе в ресторан? Понравился? Да. Ты сюда еще вернешься? Да. Юлия Высоцкая молодец? Да. Скажи, Юлия Высоцкая молодец. Юлия Высоцкая молодец. Когда будем отсюда ехать, папа? День скоро. Все, сейчас мама докушает и поедем. Друзья, мы были в ресторане Food Embassy. Пробовали кухню от Юлии Высоцкой. Если вам понравилось, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал, оставляйте свои самые лучшие комментарии. И, конечно, не забывайте нажимать на колокольчик. Ну а на сегодня все. До новых встреч. Пока!